Можно делать еще быстрее. Хорошо. То есть темп, который вы наращиваете в правой точности, во многом зависит от того, как вы, ну, допустим, если вы танцуете, то в этот момент по музыке нужно сделать быстро, вы можете некоторые движения делать гораздо быстрее, чем просто. Допустим, от этого движения тоже есть различные варианты. Например, если вы поставите ноги